Это вот так будем распаковывать вскоре замок. Цена его стоила 900 рублей. Будем проверять. Вот такой вот корик. Интернета. И вот сюда можно совать ноги. Имеет вот такой кармашек. Так, открываем кармашек. Он должен еще работать через приложение, но я не знаю, это не проверял. Так, видим вот такой вот регулятор мощности. 0,1,2. К сожалению, попалась вот такая вилка, но у меня нету с собой, чтобы проверить. Поэтому я отрежу. Сделаю так. Так. Убираем лишнее. Здесь вот такая вот зарядочка. Вот такая вот вилка. Честно говоря, провода очень такие. Так, фигурно. Надо зачистить контакты. Очень слабенькие провода. Ну да, как вроде намотано три провода. Так, засовываю. Разъединяю. И сразу затягиваю. Правильно делаю? Скорее всего, неправильно. Засовываю сюда. Вот, теперь думаю правильно. Теперь засовываю сюда. Фиксирую. Здесь фиксирую. Скручу провода. Также и здесь. Прокручивается самоотвертка. Зараза. Затупил. Пробуем ножом, потому что у меня отвертка. Итак.
Так, итак, видим, что на нем два режима. Еще раз повторяю, греет, в принципе, очень даже неплохо. Так, вот сюда сведутся ноги. На втором режиме, честно говоря, очень даже бывает горячо. Можете поставить на первый. Но также я использую для других случаев его, как вам сказать. После ванны я ложу его под спину и, честно говоря, очень сильно прогревает спину, ну, как грелка, как бы. И очень тепленько, как бы вот так вот. Так что он у меня используется как коврик для ног и как для спины, то не знаю. Очень хорошее. Советую вам купить тоже на зиму. Всем спасибо.